Среди аномалий всевозможных есть эксклюзивно одна. И мне, поверите ли, безбожно покоя не дает она. Ведь это вправду ж аномально, когда огромную кобылу всего лишь каплей моментально, как пулей наповал, убил. А нам еще твердили в школе про этот ужас никотинный. И я грустил. Чего же более, что век недолог лошадиный. Не все, однако, в жизни гладко. И наплевав на правду эту, моя знакомая лошадка взяла однажды сигарету. И опровергнув все приметы, познавши кайф от никотина, как выпьет куриц сволочь эта, и все жива еще скотина. Чуть за 30 называется. Если вы в душе блондинка, и к тому же симпатичная, и при этом вам за 30 так, чуть-чуть, едва-едва, вы легки, как паутинка, сексапильны, романтичны, а заклад готовься биться, вам примерно 42. Понятно. Так, тогда это не буду. Поумнел. Знаете, говорят, влюбился как дурак, да? Влюбился как дурак в Татьяну. И так бы прожил с ней век, но с ней расстался. Как ни странно, уже как умный человек. О женах. Ты ходить хотела в шубке беличьей. Я скобить сумел до шапки кроличьей. Молвил тихо, не плачь, это мелочи, отвечала все мужчины сволочи. А я наивный, шапкой кроличьей, хотел принесть любимой радости. Наверное, жены тоже сволочи, хоть говорят такие гадости. Ну и такие пару пародий. Значит, пародия называется... Один человек, юморист, я даже фамилию не знаю, написал такой стишок. На забытом богом островке время никого давно не лечит. Поплывет подлодка вдалеке, не желая с Робинзоном встречи. Пятница, 13, вот в чем соль. Старые приколы Голливуда. Где же ты, прекрасная Ассоль? Забери его скорей отсюда. Ну вот как-то Робинзон и Ассоль, да, интересно, соединено, значит, в одном флаконе. О Робинзоне, искавшей его особи. Проплывал в подлодке как-то раз. Перископ подняв, гляжу на берег. Был далек от мысли, что сейчас я открою миру 100 Америк. Но одну действительно открыл, в перископ увидев Робинзона. Не один, а с пятницы он был, неприлично издавая стоны. К перископу подозвал особи. Заберем, смотри, какие муки. А она, превозмогая боль, ни за что, пусть остаются. Гады. Ну, еще одна пародия. Одна барышня написала, Наташа Киселева, такая поэтесса, написала стишок. Сейчас, где он? Вот, называется «До встречи с тобой». Я до тебя была красавицей, здоровой и самоуверенной. Такие ведь мужчинам нравятся, но я ждала тебя намеренно. Теперь же я по поликлиникам, и лоб морщинками отметился. Смотрю на мир с улыбкой циника, а ты мне, гад, так и не встретился. Пародия. Когда была ты раскрасавицей, не подходил к тебе намеренно. Боялся я с тобой не справиться, хоть понимал, что это временно. Сейчас же ты по поликлиникам, на лбу морщины, складки свесились, искались я улыбкой циника. Как хорошо, что мы не встретились.